Оккупационная якутская армия нанесла удар по палаточному лагерю в Рафахе. Погибло уже более 100 человек на момент выхода этого ролика. Министерство здравоохранения заявляет, что никогда еще в истории на глазах у всего мира не применялось такое большое количество орудий для массового убийства, как это происходит сейчас в Газе. Население лишено воды, пищи, лекарств, электричества и топлива. Инфраструктура разрушена, все учреждения уничтожены, санитарные условия нарушены, эпидемии распространяются, система здравоохранения уничтожена, пропускные пункты закрыты, ввоз грузов и медицинских делегаций предотвращен. Пациентам запрещают выезжать за границу для лечения. Против безоружных гражданских лиц используются самое смертоносное оружие, гуманитарные бригады и бригады скорой помощи становятся мишенью, спасительное оборудование блокируется, раненых не эвакуируют, совершаются массовые убийства, а жителей многократно принудительно перемещают, а затем разрушают их дома вместе со всем имуществом, оставляя их без крова и безопасного места. Каждый день миру открывается новый Израиль, кровожадный и сатанистский, но никто не может предпринять реальных действий для предотвращения этого геноцида. Лишь небольшая горстка воинов, которые реально воюют с сионистами и показывает какие-то результаты. О Аллах, мы просим Тебя ниспослать помощь мусульманам Палестины и даровать им победу над яхудами. О Аллах, останови преступное государство яхудов и оберни их козни против них самих же. Делайте дуа, братья и сестры, делайте дуа после каждого намаза, во время суджуда, во время дождя, во время сафара. Не забывайте наших братьев и сестер из благословенных земель Палестины. اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. Во всем мире проводится пропаганда против палестинцев. Помогите нам доводить истину до людей через пожертвования по ссылке в описании. Да воздаст вам Аллах многократно.